Здравствуй, Аленушка, чудо Аленка. Я была очень рада сегодня услышать твой голос. Надеюсь, ты поживаешь хорошо. Я тоже поживаю очень хорошо. И сегодня я передаю тебе видео привет и немножко расскажу о том месте, где я живу. Это долина реки Жанель. Вот у нас тут детская площадка, у нас тут очень классные горки. Ты меня сегодня звала в гости, и я тебя тоже зову в гости. Если что, приезжай, здесь очень будет тебе интересно. Вот яблоневый сад, здесь очень много яблоневых деревьев, на них много-много красивых, вкусных красных яблок вырастает. Но это будет только в сентябре, а сейчас у нас только май. Я тебе покажу, где я живу. Вот сейчас мы пройдем. Вот я живу в этом саду, каждый день я хожу по этой дорожке, по этому домику. Утром, когда я просыпаюсь, я делаю зеленый коктейль из травы, которая растет прямо под ногами. Например, здесь есть клевер, подорожник двух видов, здесь растет леснотка, крапива. Ну, крапиву я там немножко вот дальше собираю. Но вот, в принципе, вот так я прям выхожу, собираю травку и делаю зеленый коктейль. Добавляю яблочко зеленое, апельсинчик, и получается очень вкусно. Вот сейчас я тебе покажу. Вот моя розочка. Вот в земле растет розочка, а у нее белые бутончики. Видишь, они еще не раскрылись, но скоро раскроются. И будет здесь расти белая розочка. А вот здесь вот я рядышком посадила, здесь вырастет большой цветок мальвы называется. Вот такой у меня проход, такие ворота из двух цветочков в мой домик. Вот среди деревьев, видишь, вот это мой домик такой. Крылья на колесиках. Можем немножечко пройти здесь мой двор. Вот вход в мой домик, здесь такой коридорчик, вот мой двор. Сейчас пока Лена будет снимать двор, я сейчас схожу. Ой, в общем, мы... Теперь в этом домике живем вместе с Зориком. Я его познакомила со всеми жителями долины реки Жанель, со всеми моими друзьями, с моей семьей. Теперь мы живем с ним вместе, вот в этом месте. И передаем тебе большой привет. Привет, Алена! До встречи когда-нибудь! Все, пока!